Украинские силовики срывают переговоры о зеленом коридоре для эвакуации мирных жителей из Дебальцевского котла. Вывести удалось только 25 человек. Кто-то выбирается сам на свой страх и риск. Украинские военные боятся потерять живой щит и при этом не прекращают ракетные обстрелы луганских городов. Снаряды сегодня взрывались на улицах Брянки. Что происходит с другой стороны Дебальцевского котла, в репортаже Евгения Решетнева. Зенитная батарея ЛНР прицельно бьет по соединениям украинских военных, которые основательно закрепились на шахтах близ Дебальцева. Атаковать в лоб бессмысленно, потому уже несколько дней ведется артподготовка. Батарея работает в поле не больше получаса, делает несколько залпов, потом меняет позицию. Ответным огнем может накрыть в любую минуту. Вот это дерево спасло человека, потому что град... срубил, грубо говоря, дерево, прошел, вот оно, траншея. Парень стоял вот здесь. Его откинуло вон туда, на несколько метров. То есть, и, видимо, он родился не в рубашке, а в бронежилете. Передовая ополченцев, неглубокие окопы, несколько автоматчиков, снайпер, позывной дед. Несмотря на возраст, стреляет он метко. Давай, родной, подводи. Здесь, вот в этой стороне, у нас, так сказать, мертвая зона. Совсем недавно вот здесь, в балке, вот там, за вот этой насыпи, там были укропы. Вот. Оттуда они по нам постреливают. Мы им не даем оттуда наступать, мы туда делаем иногда рейды группами, выходим, они боятся на эту дорогу выходить. Мы находимся на позициях ополченцев, которые замыкают так называемый котел вокруг Дебальцева. В хорошую погоду вот в этот бинокль можно... увидеть и сам населенный пункт, и позиции вооруженных сил Украины. Всего в километре отсюда по этой дороге находится блокпост украинских силовиков, который тоже сейчас находится в окружении. Угодившие в капкан военные на прорыв не решаются, огрызаются несколько раз в сутки пулеметными очередями. Ну, снаряд так долбануло. Уже четвертый месяц мы держим оборону. Вот стрелковый автомат, автоматическая начала работать. Поселок Зоринск. Ночью обстреляли из ураганов. Разрушенный прямым попаданием дом еще дымится. После артналета в поселке оплакивают убитых. Двери с этим, с навесом вырвало. Соседний поселок Центральный силовики последние дни старательно сравнивают с землей. Огромная воронка рядом с местной школой. В здании ни одного целого окна. Ночью был обстрел. Снаряды пробили крышу в этой двухэтажке. Раненых и убитых нет. Но только благодаря тому, что люди уже несколько месяцев живут не в квартирах, а под ними. В подвале сырость и холод. Единственный источник и света, и тепла – парафиновая свечка. Домой не ходим. Вот уже пять месяцев, 14, как здесь мы сидим. Я, например, самая крайняя с того края хутора. Мне очень далеко бегать. В валенках и ноги замерзли. А у меня перина. И спим так. Еще тут укутываемся платками, тряпками всякими. В детстве войну пережила, и сейчас перед смертью надо пережить такое. В подвале 25 коек. Сейчас уже заняты не все. Многие уехали. Остались лишь те, кому ехать некуда. Кому я нужна? Мой дом тут, и я тут буду умирать. Мой дом, земля моя, Александровка. Из прифронтовых деревень ополченцы продолжают эвакуировать местное население. 20 человек на обочине дороги ждут автобуса. Им удалось вырваться из Чернухина. Там вообще страшно, дома все горят. Будем... начинать жить по-новому. Да, назад уже пути нету. Уже ни домов, ничего не осталось у нас. Автобус с беженцами отбыл только что, поэтому придется какое-то время ждать. Зато дальше дорога безопасна. Из Перевальска, где автобус делает остановку, открывается несколько возможных путей. В Луганск, Донецк или Россию. Территории, подконтрольные Украине, для этих людей закрыты. Евгений Решетнев, Азат Атагонов, Руслан Абыбек.